Грандиозное музыкальное сооружение, эпичное монументальное полотно. Только такие эпитеты применимы к всемирно известной тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга». С какой стороны ни посмотри, сюжетной, музыкальной, технической, увидишь масштаб гения, который создавал шедевр 26 лет. В столичном театре Астана-Опера сделали первые шаги к великому наследию немецкого композитора и подарили зрителю уникальный концерт. Формат этого концерта, это уместить главное в примерно, где-то полтора часа, час 45. Вот если так говорить чисто математически, да. И это безумно сложно, на самом деле, потому что, да, я очень хочу это играть, но еще я хочу это играть так, чтобы люди понимали, о чем речь. Тетралогия «Кольцо Нибелунга», 16 часов чистой музыки, 4 оперных вечера. Это новый взгляд на оперное искусство, где отметаются архаичные формы, замедляющие темп повествования арии, где музыка выстраивается по канонам шекспировской драмы. Алан Бурибаев, главный дирижер театра, заслуженный деятель Казахстана, пламенный вагнерианец, исполнял любимого композитора в Германии, Нидерландах, Ирландии, Японии и не мог не представить эту музыку казахстанскому зрителю. Для первого знакомства с Вагнером он выбрал формат концерта, где прозвучали 7 симфонических отрывков из «Кольца Нибелунга», обрамленных визуальными иллюстрациями и комментариями ведущей. Это же огромная опера, это же не симфоническая вещь, но вот Алан Скарыч сделал так, что это звучит как большая симфония, как симфоническая сюита из нескольких фрагментов. Осет Нильдебаев, концертмейстер группы фаготов, рассказывает, что симфоническому оркестру приходилось играть лишь увертюру из другой оперы композитора – Тангейзера. «Кольцо» же – настоящий вызов. Однако благодаря текущему репертуару форма у коллектива прекрасна. Способствуют этому программы с музыкой Чайковского, Верди, Моцарта, Бетховена, Гайдна, Шостаковича и, конечно же, симфонии Малера. Напомним, что 8-ю симфонию Малера, симфонию «Тысячи», исполняли на сцене Астана-Опера 4 года назад 1200 артистов. И вот эта «Малер» была как подготовка, наверное, к величайшему Вагнеру, потому что это просто событийное мероприятие. Это, наверное, вот редких случаев, когда я хочу не играть, а посидеть зрителей, послушать этот кайф, потому что больше такого может и не быть. Во всем мире исполнение Вагнера – доказательство высочайшего уровня оркестра. Повествование о жизни богов, основанное на германской мифологии, исландских сагах и средневековой поэме «Песнь о Нибелунгах» – это золото Рейна, Валькирия, Зигфрид и гибель богов. Знакомые по современной поп-культуре Один, Тор, Локи, Валькирии, Кольцо Всевластия тут предстают в своем истинном виде. Тема губительной власти золота актуальна и во времена Вагнера, и в наши. Композитор изображает героев новаторскими приемами. Боги, я так думаю, наверное, все-таки в этом произведении – это медь. Это медные духовые. Мы всего лишь помогаем. Мы больше как краска. Мы басовая краска, допустим, потому что вот есть в «Шелесте леса», но это просто потрясающе, когда играют вот кларнет, гобой, флейт. Причем они солируют, мы играем в одном темпе, в одном размере, они играют совершенно в другом. И это все, и приходим все равно к нужному знаменателю. Это только вот благодаря, наверное, мастерству наших музыкантов и нашего маэстро. Идем в гримерку к богам, к медным инструментам. В группе «Волторн» в театре 9 музыкантов. И сейчас тот редкий случай, когда в постановке заняты все. 8 на сцене и 1 за кулисами. Изображает боевой сигнал Зигфрида. Здесь «Волторна» исполняет свое изначальное предназначение. Большая, красивая, да, еще звучит как благородно. Сейчас в мире вообще волторнисты в каждом фильме, в каждом саундтреке. Все такое, ключевая роль волторни. Марат Кунузбаев в симфоническом оркестре работает 22 года. Но и для него Вагнер – исключительное событие. Раньше, допустим, волторна всегда такая была лирика драматическая, а он уже вот так ее… представьте, допустим, вот… Вход богов в Вальгаллу, во дворец, вот, который построили для них. И вот это все красками описать. И тут краски и волторны, и трубы, и тромбоны. В общем, вся медь, трубы. И когда вот эти все аккорды берут, представляешь себе вот этот замок, на высокой горе, там, божественно, почти на небесах. Ну и как-то вот тут прям аж волнуешься, переживаешь за это, за все. Сложность технически, даже, можно сказать, в выдержке музыканта, физически выдержать. Там уже не говоря о том, насколько профессионализм должен свой показать. Ну и плюс это постоянно легкие работают в двойном режиме. Вместе с валторнами за торжественные звуки отвечают тромбоны. Рихард Вагнер придал им новое амплуа, использовав мрачные роковые низы в золоте Рейна и блестящие верхи в полете валькирий. Фархат Булатов, концертмейстер тромбона в оркестре Астана-Опера, несколько лет учился и работал за границей. «Кольцо Нибелунга» играл в составе симфонического оркестра Индии. Здесь, в Астана-Опера, я чувствую себя просветителем, то есть каким-то революционером, потому что раньше здесь такая музыка не исполнялась, и она сложная для понимания даже коллег и зрителя тоже, потому что сам полотно оркестровое, сами звуки, все оно другое, темы как используются. И чувствую, что здесь прям новое дыхание такое вливается в оркестр. Алан лучший, наверное, из музыкантов, которых я знаю, из казахстанских, который так глубоко проникает в суть, из каждого музыканта вытаскивает лучшие качества профессиональные. Хочется для него, хочется всегда стараться. Музыкант видит в новом концерте возможность роста не только профессионального, но и стилевого. К слову, для медной группы в поисках новых звуков Вагнер даже изобрел ряд инструментов. Лидирующее положение меди нисколько не умаляет скрипок. Более того, скрипичные партии считаются наисложнейшими. Если представить какой-нибудь, допустим, какой-нибудь промышленный завод, стоит голова, которая наблюдает за всеми, а на заводе тысячи людей, каждый из них делает свою маленькую мелкую работу. Если играет тему валторна, она может сыграть одну ноту, протянуть какую-нибудь длинную ноту, то у нас на его длинную ноту звучит 32 ноты, допустим, мы должны успеть сыграть в одном такте. И мы должны сделать это все вместе, успеть. Чем качественнее музыкант это делает, естественно, конечно, тем выше уровень класс оркестра. Вся история классической музыки делится на до и после Вагнера. Исполнять немецкого композитора технически очень сложно. У нас оперы Вагнера не ставят. Мы не Москва, и не Питер, и не Европа. И поэтому, возможно, мы больше никогда не сыграем. У нас есть тут уникальный случай. Вот. И в этом смысле мы должны быть благодарны Алану Бурибаеву, что у нас есть такой дирижер в Казахстане, который может сделать такие проекты. Это считанное по пальцам, я считаю, количество дирижеров может сделать. Музыканты все очень серьезно к этому подошли, ответственно. И мне сказали, можно освободить двух человек. Скажем, на сцене может не хватить места. Но никто не согласился, все захотели играть. Вагнер вводит в своем творчестве лейтмотивную технику, которую мы сейчас наблюдаем в киномузыке. Музыка Вагнера настолько образна, настолько театрально, когда слушатель, в общем-то, входит в это состояние и слышит, о чем это, потом эти все птицы из шелеста леса, они просто перед вашими глазами летают, и слышно, как рычит дракон, и как боги идут в Волгалу. Это ведь для нас тоже искусство слушания. Это искусство слушания музыки, слушание своей душой, своим интеллектом и воспринятие не просто какое-то эмоциональное. Да? В данном случае именно музыка ведет нас сквозь эту историю. Концерт «Проба силы оркестра», который подтвердил уровень, показал мощь, профессионализм. Теперь маэстро может готовить коллектив к следующему шагу – опере Рихарда Вагнера, которая, несомненно, станет для казахстанской музыкальной сцены эпохальным событием.